Никита, а ты слышал, что даже у пользователей компьютеров и интернета есть свой святой? Какой-то Исидор. Жаль только, что больше ничего святого у них нет. Полосухин, а чего это ты, Полосухин, участок не убираешь? А? Олег Иванович, короче, я тут такую штуковину замутил. Спутниковый мониторинг замусоринга участка нашего ЖЭКа. Чего? Мониторинг замусоринга. Я через интернет, так? Влез в компьютер центра управления полетами, так? Переориентировал спутник. И вот, пожалуйста, спутниковая фотография нашего участка, а? Все как на ладони. Смотрите. Ну, вот эта вот куча у пятого дома мусорная. Ну, то, что вы меня просили убрать, помните? А как же? Вот. А вот эта вот лужа возле детского садика, а? 21 век. 21 век, говоришь? А ну, Полосухин, подвиньте. Вот. Олег Иванович, что вы делаете, а? Тихо. Вот так вот. Я, Полосухин, переориентировал секретный военный спутник. И если ты, Полосухин, сейчас же не возьмешься за метлу... Мама! Кошмар так кошмар, а? Почему? Да вы посмотрите, что у вас тут вообще творится. А? Заходи, кто хочет. А где компьютерная система охраны? Вам же деньги выделили. А мы все, вы не волнуйтесь, все освоили, все сделали, как приказано. Что вы там освоили? Кругом бардак. Я себе представляю, что там на складе творится. У вас тут компьютерная система охраны даже не пахнет. Это неправда. Неправда. Неправда ваша. Ну зачем вы так говорите? Это специально сделано. Вор, он думает так же, как и вы. Вор. А именно благодаря компьютеру у нас на склад муха не пролетит. Ну тут что? Какой компьютер, когда даже электричества нету? А он с аккумулятором. Угу. Это компьютер с аккумулятором. Ну вы сами убедитесь, ну пройдите на склад, ну пожалуйста. Добро пожаловать. Что это было? Компьютер Pentium. А это аккумулятор. Простите, а вы не будете кушать? Извините. За что сидишь, очкарик? Ни за что, вы знаете, просто ни за что. Я ждал этого вопроса. Ни за что, это выше моего понимания, я не понимаю. Все ни за что. И да, я тоже. Домушник. Ну, о чем мы говорим? По-мокрому. Господи, ну что вы говорите такое? Я просто компьютерный хакер. Компьютерный хакер. Вот этот банк, если вы знаете, который на Пушкинской, да, известный банк. Я просто взломал компьютерную защиту и все деньги перевел на свой счет. Все, все. Больше ничего не было. Все. Так это ты был? Это я. Это я не буду скрывать. Ну, молись, очкарик. Сейчас я тебя, гада, сам мочить буду. Да помилуйте, ну что вы говорите? Я никого не ограбил. Это же деньги были государственные. Никого не ограбил? Нет. Да я ж полгода под этот чертов банк подкоп рыл. Сигнализацию отключил, сейф ломанул, а там пусто. Ты меня ограбил! Меня! Ой. Ну, все. Мочить будете? Конечно. Ложечка! Ложечка! Сам уберу. Ах,
Алло. Петр Семенович, тут к вам Сидоров. О, Сидоров? Из первого отдела. Ну, пусть заходит, пропусти его. Петр Семенович, беда. Страшная беда. Что тут? Я пароль доступа забыл. А у нас в компьютере вся годовая отчетность, все данные, все, буквально все. Я забыл пароль. Ну, плохо. Плохо, что забыл. Сидоров, у меня с тобой одни проблемы. Что хорошо, я забыл, ну что как. Да сядь ты уже. Крутиков, зайдите ко мне. Пароль надо найти, да. Сейчас вам помогут. А он опытный программист. Да надежный товарищ. Он и с программистами тоже работал. Блестящие результаты. О, Крутиков. А. Параль! Говори, параль! Говори, параль! Вспомнил! Не бейте меня! Не бейте меня! Все, вспомнил? Иди давай, работай. Не бейте меня! Странное дело, ты посмотри. У всех один и тот же пароль. Не бейте меня. Так, тройки. Троечку никуда. Короля вообще некуда кинуть. Так. Да. Чем мы тут занимаемся, Петров? Здравствуйте. Значит, используем дорогую, современную технику для игры в картишки. Вам не стыдно, Петров? Вас же все ждут. И главный бухгалтер, и старший технолог, и уж извините, я вас тоже очень жду. Василий Петрович, а что, разве мы договаривались о встрече? Здрасте. Провалы в памяти? Нельзя так долго за компьютером сидеть. Ну-ка, живо встали и пошли. Поднимайтесь, идемте. Все нормально. Четвертого нашел. Ну ты, Петров, вообще уже совсем. Петров, сколько можно ждать? Ну, теперь можно и пульку расписать.